Всем доброго утра! У нас уже 10 часов, я тут намыла себе помидорок. Вот, ветерок, вчера был дождь прям ночью, с утра опять был дождь. Вот сейчас вот ветер сильный дует, но я все равно решила, что нужно доделать этот ящик помидор. И сейчас буду собирать свой автомат. Имею в виду соковыжималку. Знаете, его надо уже собирать, как будто автомат. Так, теперь сверху вот так вот. Вот эта штука. Правильно я хоть собираю? Вот. Вот. Вот это для отходов. И теперь вот это вот так вот наверх нужно с усилием. Все, отлично. Сейчас буду делать томатный сок. Здесь, наверное, вот как вчера я делала две миски, как раз и была кастрюля сока. Ура, томатик закипел. Сейчас это все быстро закатаю. И в 12 нам нужно к стоматологу с Антохой, поэтому поедем. Макароны с курочкой доедаем на обед. Да? Гимнастики не больно, гимнастики приятно только. Угу. Им только приятно это делать. Ну, когда они уже все научились делать, да? Да, а когда они научились, им неприятно. А помнишь, что мы любили не российские? Угу. Смелый, не знаю. Ага. Все, Антоха идет мучить зубы. Не страшно тебе? 45 минут Антоха был в кресле. Один зуб полностью, да, запломбировали, а один еще долечить. В общем, там лекарства положили. Так что мы... Теперь Антоха открывает, и мы сейчас поедем. Угу. Так, у родителей тут прочищают колодец. Это что, вы взбалтываете все, да? Муляки, а, муляки? Ой, сейчас. А вот то, что качает, вот вода, куча муляки, короче. Так сколько там уже, наверное, метр муляки? А, это же все пыль, да? Вот это в колодце такая вода на дне. Это что вы делаете? Прочистка? Это что? Бур. Вот это просто... А, бур вот это, да? Глубину, да. Угу. Глубоко там, да? И решили взболтать муляку. Ага, надо, короче, молодец. Взболтать и все выкачать, да? Да. Чтобы почистить колодец. Все по очереди качают. Машка говорит, это Антоша так и сидел у стоматолога. Шлеме. Да, Машка. Тут у нас все, пятерочку еще одну возле садика строят. Вроде бы пятерочку или светофор, но уже разгородили забор. Так что уже там движение есть. Дома, ура! 2 часа у нас. Мы дома. Красивый. Да. Мы с Антохой обедать. Антохи заехали в Магнит Косметик. Он выбрал себе кружку, потому что у него даже не было кружки, да? Покажи, какую ты. Star Wars. Звездные войны. Так что теперь у Антохи есть кружка. Только Афоне осталось купить. И тебе, и папе. Угу. И вот. И сделали бутербродики. Антоха сам делал. Наши любимые. Только с мамой. Только с майонезом. Антоха еще тут майонез намазал на хлеб, да. Это бабушкин наш рецепт. Да? Бабушкин Галя. Да. Гриша собирается в Кореновку. Тетя Вика его сегодня повезет. А что ты делаешь? Гриш, все, поехали, хватит рисовать. А где ты там рисуешь, покажи. В каком-то приложении? Угу. Что за приложение? 3D-приложение, я так... Ну, короче, вот. Это не является рекламой. А, пиксель.
Арт. Арт. Вера, вот и Афонечку забрала, да, сынок? Да. Ну, поцелуй хоть маму, сына. Пришел летний Дед Мороз со Снегурочкой, да? Да. Давай, Зоечка, стишок рассказывай. Поздравляем вас. Поздравляем вас. Мы за вас. Так, следующий. Маргарита, давай. Это Антоша. Так, кто не верит Деда Мороза, тот, значит, подарки не получит. Сейчас Дед Мороз тогда уйдет. Дед Мороз. И подарки серые заберет. Дед Мороз конфетами дарит, покорит, пингвин дает. Дедушка Мороз, а я тоже пела песню. Мне тоже. Ой, спасибо. А это кто, эльф? Это помощник Деда Мороза, да? Все сами соберите. Что-то ты долго сильно отдаешь. Мусорка вон там выкинь. Все бы... Подарки все я заберу. Дед Мороз конфеты всем дарит, покорит, сухорит, пингвины дает. Ян, давай, Дед Мороз, борода из ваты, да? Да. Мороз, борода из ваты. Ты нос. Подарки нам принес? Нос. И подарки нам принес? Дедушка горбатый. Так, теперь давайте все встанем в кружок и споем песенку «В лесу родилась елочка». Давайте, берем за ручки. Давайте. Давайте. В лесу. Давайте. Начинаем. В лесу родилась елочка. В лесу она росла. Зимой летом стройная, зеленая была. Громче, громче. Зимой она украшалась. Теперь она нарядная. На праздник нам пришла. Много-много радости детишкам принесла. Ура! Все кричим: с Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Ура! Маргарита, перестань. Что я делаю? Я выставляю видео уже за 5 августа, а сегодня 9. В общем, я догоняю. А когда мы... 3 и 5 августа купили Грише портфель. Вот, гляньте. Круто. Выехала я за детьми. Они все были у родни. Единственное, Гриша был на тренировке. Сегодня Вика возила.
сейчас уже, знаете, заметно день уменьшается. Вот уже 8 часов, и у нас вот так вот смеркалось достаточно. А я пока пекла пряники. У меня сегодня опять пряничное настроение, 6 штучек. GTA и LOL. Мне кажется, знаете, вроде бы два несовместимых, ну, в смысле, мальчику и девочке, но настолько экшен, да, что GTA достаточно выглядит так вот современно, и LOL более чем современно выглядит, поэтому у меня таких два современных заказа сегодня. Я всегда здесь еду медленно, потому что небо каждый раз разное. Я, наверное, вас уже замучила этим небом. Все равно на камеру оно, конечно, так не передается, все красиво, но вживую еду медленно, чтобы не гнать, а помедленнее, подольше понаслаждаться небом. Как сахар и чесночек. Да? А мы сейчас мороженое ели. Гриша был на стадионе в Кореновске. Как тебе стадион, Гриш? Расскажи, как стадион в Кореновске. Там офигенно. Даже футболисты играют. Да? Покажи. Подожди, ну так не надо близко. Да, бутер есть? Я три, да, бутербродика. Вот такая вот акула. Такая вот щетка с такой крышечкой, как акула. Да, это тебе нравится? Давай, мы сейчас сделали бутербродики. А вот она. Это несовместимо с GTA. GTA и LOL. Так. GTA и LOL. Я буду воды? Ну поставь. Кружку я тебе сейчас налью. Так, ну что, пряничное настроение закончилось. Я иду отдыхать. Увидимся с вами завтра. Я почти догоняю видео, и вы это заметили. Это так круто. В общем, не зря я в 5 утра просыпаюсь. Так что все, всем до завтра. Пока!